Очередное 51-е заседание Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области началось с поздравления депутатов, недавно отметивших дни рождения. Но этот день можно назвать и днем рождения нового бюджета Ленинского муниципального района на 2017 год. Он был принят единогласно. Проектом бюджета предлагается утвердить основные характеристики бюджета на 2017 год. По доходам 3,581,1 млн. рублей. По расходам 3,597 млн. рублей. Новый бюджет сохранил в полной мере весь объем мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, а также все выплаты и льготы работникам муниципальных учреждений. Также стоит подчеркнуть, что более 70% от его общей суммы выделено на образование. А это значит, что в нашем районе и впредь будут запускаться новые образовательные программы, проходить школьные праздники, что наши дети получат достойное внимание во всех образовательных учреждениях района. Стоит отметить, что новый бюджет утвердили с дефицитом всего в 9,6 миллионов рублей. Проще говоря, дефицит составляет всего лишь 1% от общей суммы. В своем заключении ревизионная комиссия отмечала, что все моменты, которые требует бюджетный кодекс Российской Федерации при формировании проекта бюджета, были соблюдены. Также на заседании поднимался вопрос о продлении срока действия соглашения о передаче части полномочий сельского поселения Молоковской администрации Ленинского муниципального района. И в завершении встречи депутаты обсудили передачу имущества, находящегося в собственности городского поселения Горки-Ленинский, в район.